назову. Глеб вынудил ошибиться Геннона. И момент у наших возникает. И удар по воротам. И 1-0. Наша команда выходит вперед. А забил-то кто? Забил Гордейчук, между прочим. Да, как удачно он вышел на футбольное поле. И на 70-й минуте пробил, наконец-то, голкипера. Как-то непонятно, мяч он попал в ворота. Дал удар. Здесь, конечно, влетит. Ой, как влетит от тренера. Глеб все сделал. И вот этот удар в нижний угол. Ну, проспал Роджерс. Ну, наверное, вряд ли он мог ожидать, что мяч полетит именно в него. Готовился, наверное, реагировать на выстрел в дальний угол. И поэтому там как-то не сложился, не скоординировался. Ну, а Глеб был хорош. Браво Александру Ермаковичу, который сделал эти замены.